Срочные сообщения приходили сегодня из Израиля. В Тель-Авиве, в офисе, где среди других компаний расположен корпункт телеканала Russia Today, двое мужчин напали с ножом на людей. Данные о жертвах разнятся. Погибших, по предварительным данным, двое, трое раненых. Известно, что сотрудники телекомпании не пострадали. Они смогли укрыться в офисе. Очевидцы рассказывают, в первые минуты царила неразбериха, и понять, что происходит, было невозможно. В какой-то момент мы услышали крики и побежали вместе с полицейскими. Сначала в одном направлении, потом кинулись обратно. Сотрудники нашего бюро закрылись в офисе. Люди, конечно, боятся. Наш этаж находится прямо под крышей. И в какой-то момент прошел слух, что злоумышленники могли проникнуть на крышу. То есть наше помещение могло оказаться в опасной зоне. Источники агентства ТАСС незадолго до нашего эфира сообщили, что один из нападавших задержан. Он ранен. Второго ищут полицейские. Сейчас здание под охраной полиции. Добавлю, что за последние месяцы число подобных атак, когда на людей нападают одиночки с холодным оружием, значительно возросло.